Привет, мои любимые! Доброе, прекрасное утро, Дивноморское. Ну что, мы собрались, времени где-то часов 10, а может быть уже и больше. И, короче, все тут пособирали, поприбирали, поподметали. Сейчас еще полик промоем. И я так подумала, слушайте, человек так меняет свои самые все какие-то планы, что-то там говорил одно, потом другое, и иногда даже в день приезжает, говорит, ой, как все хорошо, молодцы, а потом в этот же день, через там полчаса, говорит, ой, как все плохо, так медленно, так еще что-то, так еще что-то. Так что я думаю, как-то надо, наверное, зафиксировать, какой отель мы оставляем, чтобы никто потом не сказал, что мы там утащили телевизор или микроволновку или еще что-нибудь, понимаете? И как сейчас читала я комментарии, пишут, вы, получается, весь год устраивали в прошлый, все было отлично и замечательно, а сейчас почему так резко и что типа случилось? Но она как нам объяснила, что у нее тут какая-то вражда идет с соседом, который хочет купить ее отель, и он ей всякие там козни строит, и еще что-то, еще что-то. Ну, наверное, что-то ей надо было объяснять, потому что просто так сказать, когда все сделали, считай, что бесплатно, если не после ремонта, а просто так уборка горничной идет. Юлька помыла, она идет. Чудо. Стоит от 50 тысяч в сезон, то мы тут выгребали все после ремонта, я все это снимала, показывала, и нам на двоих она заплатила 30 тысяч, и потом нам дала еще 3 тысячи, и потом дала еще 5 тысяч на еду. Все. Это с 4 числа мая мы здесь. И я каждый день все показываю и снимаю, да, это сам. Не трогай, хора. Погрызешь. Смотрит. Хора! 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 Наши эти вещи собрали. Кровати все поубирали, это белье, на котором спали. Все поснимали. Только на матрасники они, в принципе, чистые. Ну, захотят, короче, снимут. Пофиг. Вот такую мы комнату оставляем. И вы помните, когда мы приехали 4 числа, в какую комнату мы вошли, какая она была вся грязная, в таком слое грязи и вся засыпанная. Ну и, впрочем, и весь отель был такой, не только. Хора, что ты там? Жди, сейчас пойдем. Это наши вещи, потому что у нас нету этого самого. Это мой рюкзак, это сумочка наша и Юлькин рюкзак. И все. А это наши курточки. И тут Юлькина картина. И это самое. Это все, что мы берем. Так что ничего. Вот Юлькин рюкзак и наша еда. Больше ничего нету. И пойдемте пройдемся тут, что у нас. Здесь вещи, которые мы снимали. В шкафах, которые были. Это им, наверное, надо будет еще достирывать. Все, что я постирала. Это эти. Это все тут эти. Порошок, который она привезла. Нам он тоже не нужен. Даже перчаточки новые. Мы их не использовали. Не знаю, что показывать. Показываю то, что есть. Все номера чистые, новые, готовые. Вот правда, за секунду просто покажу все, что они все вымытые до такой степени, все идеально, идеально чистое. Мы с потолка до пола все мыли, все туалеты. Не знаю, просто для примера покажу один туалет, чтобы по всем потом не бегать. Хотя они все чистые. От потолка до пола все идеально чисто, так что босиком как будто ты ходишь по тарелочкам. Вся посуда, все, 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 везде абсолютно все чистое, застелено, полы все намыто, все отодвинуто, каждая тумбочка снизу и сверху. Но я в единственном так покажу вам, все так подробно не буду показывать.
все шторки постираны, все покрывала постираны, все абсолютно на матраснике, все постирано, каждая лампочка, каждая вот эта фентиклюшечка помыта от верху до низу, все тут вот эти паутина, все собраны здесь, были целые эти гирлянды и вереницы, и я это показывала каждый день. Мне кто-то пишет: подайте на нее в суд, это же мошенничество, она вас привезла, сказала, что вы будете работать год, а вы поверили, бросили квартиру и не знаю чего, ну эту в Питере комнату, и короче сейчас получается, что вы вообще без работы и на улице. Вот тут все мы это тоже намывали, каждый этот светильничек, всю паутину здесь в углах, я не знаю, тут эти только динозавры, наверное, не бегали, и то бегали. Все абсолютно в каждом номере чисто, в каждом в туалете, все абсолютно везде. Где не потрогай, все до такой степени чисто, а все было в грязюке, в такой, что в непролазной. Мы тут ползали на этих, на коленках. Тут то же самое все. Идеально все везде чисто, куда не глянь, и в туалетах, и везде. Я не закрываю, чтобы они не задыхались из сырости, и это, чтобы проветривались. Тут то же самое. Все идеально чисто. Мы с вами 2 дня назад сюда заходили, тут все было закидано каким-то мусором, полной грязюкой. Вот это тоже все постирано. Это тут все постирано, постелено белье чистенькое, диван отмыт вот от такого слоя штукатурки и побелки, непонятно чего. Здесь тоже все везде идеально чистенько. И окна, и все углы, нигде не паутиночки, все чистые шторки, постиранные все покрывала, выветренные все подушки. В этом самом тоже. Он, правда, делал вчера, вот эту приделывал. Но тут тоже все идеально чисто. Я не знаю, каждый вам надо показывать наверху тоже. Или достаточно этого, не знаю. А это так и не вывезли, что обещали нам месяц каждый день. Вывезем. Тут тоже мы все помыли, почистили. Все вот эти мусорники, все поскладывали, все помыли. А это так никто и не сделал, кто обещал. Тут тоже везде идеальная чистота. Все до такой степени вылизано, что я не знаю, как это сообщить или показать, или передать. Не буду закрывать, задыхается. Тут тоже все идеально чисто. И шторки стирали, снимали, там даже изолентой они были обмотаны этим скотчем. Тоже их обдирали, потом по новой там что-то делали. Здесь тоже все чистенькое. Вот это постирала, принесла. Там тоже шторочки все снимали, все стирали. Такой номер. И на третьем этаже все то же самое. Все тут вылизывали. И ступенечки блестят. И перила все как новые. Все намывалось. А тут после ремонта уже столько раз мыли, наверное, раз 20. И тут опять вот натащил инструментов и всего. Здесь я тоже каждую вот эту фигнюшечку промывала. От каждой она вся была тоже в таком слое штукатурки и шпатлевки. Там не видно, но я там тоже лазила, все мыла. Там тоже строительный мусор. Тут до верха тоже был все строительный мусор. Все понамывала я лично. Тут вот. Это он тут что-то таскал. Эти столы. Ставил сюда новые. Вот. Тут тоже шторки стирались. Все мылось. Эти в белом налете диваны. Эти все тоже мы отмывали, отшкребали. И здесь все тоже идеально чисто. Тихо. Тут все тоже чистенько до этого самого.
Правда, есть вот плитка, такие вот какие-то штучки, они просто не отмываются. Их надо как-то, не знаю чем. Тут тоже смеситель он поменял. Все прекрасно. Тут вот что осталось? Два стульчика, три вот этих вынести, которые он вчера тут вытащил. Этот, который вчера был после ремонта, вернее, позавчера. Вчера Юлька его весь помыла, я ей немножко помогала. Тоже весь был просто страх и жуть. Все здесь тоже чистенькое, покрывало постиранное, шторки постиранные. Все идеально чисто. Тут тоже что-то Хора там гавкает. Вышла на балкон, кого-то увидела и гавкнула, не знаю. Это очень редко бывает. Тут тоже чистейше. Тут тоже все сверкает и блестит. Вот не до чего вообще доцепиться. Все абсолютно аж скрипит, слышите? Я провела рукой, все скрипит. Так, не закрываю, чтобы не задыхались душевые. Это он вчера наставил, тут уже все было чистенько. Там тоже все вот это понамыто. Внутри мы там тоже сидели с ней, с Юлькой, чуть ли не час своего драгоценного времени. Тут тоже это чистое, это все чистенькое. Я принесла, вот постирала. Эту тоже постирала, принесла. Чтоб вы видели, я показываю, не, может, не говорю, что все телевизоры на месте, кондиционеры все на месте, светильники все на месте. Никто ничего нигде не взял, не утащил. Ничегошеньки. Идеально чисто, нигде нет ни точечки, ни помарочки. Опять закрыла. Открывайся, люди. Все, не могу туда заходить. Так, покажу, что тоже все идеально чисто. После зеркал, которые он вчера повесил во всех этих, все здесь подмелось, помылось, чтобы не было ни следов, ничего. Вот он закрыл туалет. Я всегда оставляю открытым, чтобы не задыхался. Ой. Тут тоже миллионы раз уже мыли, потому что от этой побелки очень сложно все это вымывается. Здесь тоже после зеркал все. И зеркала намыты, и все там начищено. Вот эту поставил. Все везде чистенько. Идеально чисто. Что-то телевизор. Вон телевизор на месте. Кондиционер вон в углу на месте. Все. Все везде на месте. И этот, который, помните, был после ремонта, весь завален каким-то хламом, какими-то дровами тут на кровати. Я тут тоже постелила чистенькие. На матраснике постирала эти, как они называются, пледики. Все, в принципе, прекрасно. Кондиционер на месте, телевизор на месте. Все везде на месте. Вот, мои любимые. Показала вам, что все на месте, тут закрыто, чтобы никто не зашел, потому что с улицы могут зайти, когда эта дверь открыта, и потом сказать, что мы что-то взяли. Мы копейки чужой не возьмем, скорее свою отдадим.
Все, мои родные. Показала вам. Столы вот так и стоят, они не собрали. Но я тоже не конструктор, не собираюсь. Не собиралась этим заниматься. У меня было выше крыши своих дел. Вот наши вещи. Еда, сумка, пакет. Пакет, картина Юлькина. И мой рюкзак где-то, не знаю где. А мой рюкзак? А? Ладно. Все, мои любимые, мы собрались. Хоть бы кофту, эту футболку свою Юлька не забыла. Высохла. Ну, еще влажноватая. Сейчас ее оденет. Люблю вас, мои хорошие. Спасибо, что вы есть. Знаете, если бы не эти неадекватности, что ли, мы бы, наверное, тут и сидели бы в зоне комфорта. Как по мне, так лучше в такую погоду на улице жить, чем вроде как в номере и вечно, как на иголках, на нервах, ответственность за все и так далее, и так далее. Нафиг. Никому это не надо. Мне уж точно. Это надо убрать, это мы ставили для Хоры, чтобы она туда вниз не бегала. Хотя, наверное, вниз надо отнести, не знаю. Вот мы тут эту фигню так ставили, чтобы она туда по ступенькам вниз не бегала во двор. Ну и чтобы никто не заходил сюда, потому что восточные мужчины заходят, я вам рассказывала тогда. То у меня какой-то там тазик возьмут, то стремянку, то еще что-то. Ой, все, не болтаю больше. Пока-пока.